С чем связано облысение мужчин после 40 лет? Тема актуальная и для меня, поэтому, Мит Гаскалос, наверное, к тебе как к биологу вопрос. С чем связано облысение? Имеется в виду биологические причины или духовные? Ну, можно объяснить и духовную, и биологическую, допустим. Ну, из того, что исследовал я, это связано с той программой, которая записана в большинстве случаев. Это связано с программой, которая записана в ДНК этого организма об определенном периоде роста волос. Но бывает, что это может быть связано с интоксикацией различными веществами, в том числе там, тяжелыми металлами, и с интоксикацией различными там, лекарственными препаратами, или это может быть связано с психологическими причинами, то есть мы уже переходим на уровень духовных причин, это может быть связано с ощущением сейчас. Ну вот он мне говорит, с чрезмерной активацией, если это облысение именно кожного покрова головы, это может быть связано с чрезмерной активацией 6-7 энергоцентра и при этом блокировкой или недостаточной активацией 1-2, то есть там как бы энергетика. Либо может быть противоположное, что 6-7 энергоцентр блокированы, и из-за этого жизненной энергии не поступает в луковицы волос, и из-за этого они как бы начинают выпадать. То есть разные причины есть. Ну, я основные назвал. Ну, то есть генетика или вот эти вот духовные причины, или интоксикация.